Улыбки на лицах и веселое настроение. Новогоднее чудо царило на протяжении всего праздника в микрорайоне Сосновый Бор. Многие пришли на зимние забавы с семьями, чтобы получить заряд положительных эмоций. Это такое замечательное времяпрепровождение семейное. И сегодня праздник самый шикарный, какой только был у нас в Сосновом году за ближайшие, наверное, лет 5. Прошел в Сосновом Бору и конкурс на чудо сани. Здесь, как говорится, ограничений на фантазию не было. Вот один из ярких примеров. Это же настоящий! Это Катюша! Крат! И внутри сидит настоящий боец! Вот и туда сани! Немалую роль в организации праздника сыграл женсовет 36-й армии территориального военного округа. Вместе с нашим коллективом, с нашим командованием совсем был организован этот праздник, посвященный празднованию Нового года. Очень волнуемся, переживаем. Ну, я думаю, что вроде бы сегодня у нас все получилось. Все вместе, все люди, очень много народу пришло. Открытие елки прошло при поддержке депутатов горсовета и народного хурала. Сделали праздник для детей и жителей гарнизона Сосновый Бор. Большое огромное спасибо девочкам из женсовета, гарнизонного женсовета. Вот они во всем помогают, как бы мы им помогаем, они нам помогают, взаимодействуем. То есть это их руками все вот как бы вот сделано. Сегодня на территории поселка Сосновый Бор проходит замечательное мероприятие. Мы уже готовимся к встрече Нового года. Замечательный сегодня конкурс санок. Тематика самая различная. Военная тематика, понятно, где мы на территории поселка Сосновый Бор. Конечно, здесь сегодня и тематика дракона, наступающий 24-й год. Также в Сосновом Бору прошла благотворительная ярмарка Деда Мороза. Все собранные средства передадут детскому дому «Аистенок». Андрей Слепнев, Баток Гармын. Новости дня.